Сегодня презентовали обновленный портал газеты «Якутия». Сайт газетаякутия.ру с этого момента будет позиционироваться как площадка мнений и дискуссий и станет не полной версией печатного издания, а отдельным информационным ресурсом. Портал имеет 7 тематических разделов журналистов и персональные блоги известных независимых авторов. Здесь будут размещать самые злободневные новости, актуальные темы, в обсуждении которых смогут участвовать все читатели. Интерфейс интернет-газеты очень простой и понятный, а главное – удобный для пользователя. Мы там объединяем на одной площадке и журналистов, и блогеров. То есть мы будем представлять материалы и чисто журналистские, и такие посты, к которым интернет-пользователи уже привыкли. То есть журналисты у нас привыкли оперировать фактами и на их основе высказывать мнение. Блогеры в этом плане более свободны, не высказывают просто мнение. Я думаю, что читателям будет интересно и то, и другое, оба формата. И еще привлекательно это тем, что это быстрая, очень быстрая связь с редакцией. Можно оставить комментарии, высказать мнение по конкретному материалу, пообщаться с автором, можно какие-то пожелания высказать редакции.